Всем привет, Ютубу привет. Вот мне вопросы задают, я, так сказать, вопрос задаю. Тут ходят ребят по интернету, там, кто пытается делать инструмент или там покупать что-то. Есть такой вот сайт, у нас Аллигатор. Много интересного инструмента, в принципе, есть. Что-то похожее вот на такой инструмент есть, делал. Вот не как бы заимствую, а просто исходя из необходимости, когда надо куда-то подлезть. Ну вот такими крючками, как вот эти, допустим, я не знаю, куда можно подлезть, но не в этом дело. Много различного инструмента, ребята, видно, делают сами, есть такая возможность. Делают достаточно, я так смотрю, красиво. Вот. Разный инструмент, то есть правильно подходит к этому делу, в том числе видно и на все случаи жизни делать. Не знаю, сколько стоит, но я так думаю, раз Прибалтика, Еврозона, тут цены будут, скажем, европейскими. Вот. И вот я наткнулся на один интересный крючочек, вот такой, там на сайте попытался найти, по-моему, или ВКонтакте, еще где-то есть его сайт, написал, задал вопрос, что это за инструмент, с чем его едят. Ну, как бы уже прошло прилично времени, ни ответа, ни привета. Я думаю, за время человек уже заходил там на свою страничку, видел вопрос, но не понял нужным ответить. Ну, вот в связи с этим вопросом. Кто знает, для чего данный девайс и что им можно ответить. Заранее спасибо, всем удачи, пока-пока. Я допустил неточность, это в Фейсбуке, вот его страничка, Аллигатор Толс. Вот, и вот здесь видно, этот инструмент виден. Написал человечку, задал вопрос, и пока что никто ничего мне не ответил. Естественно, мне интересно. Вот. Вот опять же этот инструмент попадается. Вот так выглядит. Ну, вот и все.